Сегодня на базе нашего инклюзивного ресурсного центра номер один прошла конференция, в которой приняли участие порядка 100 городов Украины с нашими израильскими спикерами, с которыми мы в 2019 году провели уникальное мероприятие, провели очень плодотворных 5 дней, где разбирали вопросы инклюзии, организацию инклюзивного образования в Украине, в Израиле, сравнивали, общались, делились опытом. Возникла идея организовать Zoom-конференцию с нашими спикерами, которые были у нас в гостях, и мы написали, предложили и получили отзыв, получили согласие и желание с нами дальше сотрудничать. Когда мы открыли лист регистрации и увидели, что это порядка 100 городов Украины, согласились и захотели принять участие. По результатам Zoom общения с нашими коллегами из таких городов, как Одесса, как Кременчук, как Николаев, Кропивницкий, Винница, Днепр, Киев, Житомир, Львов, Славянск, Сумы, Умань, Вилково, Покровск, Донецкая область. Буквально со всех городов Украины все специалисты, которые работают в сфере инклюзии, смогли получить ответы на вопросы, которые задавали нашим специалистам, нашим израильским спикерам, с которыми получилось общаться на протяжении 2 часов. Шарон и Джудит ответили на вопросы, которые интересуют наших специалистов. Также мы рассмотрели очень интересный кейс принятия родителями особенных детей. Это очень важный вопрос, который возникает у всех родителей на первом этапе, когда родители узнают о том, что в семье появился особенный ребенок. В Израиле сфера обслуживания, сфера услуг в инклюзии позволяет родителям очень толерантно и безопасно и очень гармонично войти в вопросы, что же такое особенности ребенка, как с особенным ребенком социализировать, как с ребенком проводить правильно коррекционные занятия. И вот на эти все вопросы сегодня мы получили ответы от наших спикеров. Это была первая Zoom-конференция, международная конференция. Это был пробный вариант, получится, не получится. У нас получилось. И мы планируем это сделать системно. Мы планируем каждый месяц выходить в Zoom и каждый месяц собирать всех желающих для обсуждения и для опыта и для обучения в сфере инклюзии. Этим самым мы хотим показать, что даже эпидемия, карантин и противоэпидемические мероприятия, которые проводятся по всему миру, по всем странам мира, они дали нам новую возможность общения. И это общение мы пытаемся перевести в онлайн-формат и, соответственно, больше по возможности общаться. Поэтому приглашаем всех желающих в следующий раз. Следите за анонсами на странице нашего инклюзивного ресурсного центра. Будет интересно, и вы узнаете очень много важной информации для вас, как для родителей, и как для специалистов, которые работают с особенными детьми.